Двоих дорожных полицейских поймали в Уральске за взятку. Случай произошел в районе остановки Циолковского. Полицейские остановили автомобиль за невключенные фары. За рулем находилась девушка. При проверке документов выяснилось, что у нее не оказалось водительского удостоверения. Чтобы не штрафовать девушку, сотрудники полиции предложили ей заплатить 50 тысяч тенге, на что она согласилась, а после обратилась в управление собственной безопасности при департаменте внутренних дел области. Сотрудниками Управления собственной безопасности Департамента внутренних дел области при получении взятки за непривлечение к административной ответственности, за управление транспортным средством с невключенными фарами, а также управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения, были задержаны два сотрудника батальона дорожно-патрульной полиции УВД города Уральска. В отношении последних Управлением собственной безопасности возбуждено уголовное дело.